Всем привет, меня зовут Юля, мне 31 год. Я работаю аналитиком в IT-компании. Спорт очень люблю, занималась аэробикой, танцами. На акробатику попала случайно. Не хватало основы для выполнения некоторых элементов хореографии. Искала через интернет, не думала, что найду школу акробатики для взрослых. Но несколько вариантов высветилось и остановилась именно на школе акробатики номер один. Потому что очень понравился сайт, наличие видеоуроков и то, как тренера объясняют элементы, обращают внимание на нюансы. Записалась на пробное занятие. Осталась очень довольна, потому что большая группа, но были разделены на три подгруппы по уровню подготовки. И плюс в каждой подгруппе можно было выбрать элементы по уровню сложности и чувствовать себя довольно комфортно. Но к нагрузке, конечно, пришлось привыкать, но все равно. Травму получить очень сложно на таких тренировках, если аккуратно и осознанно подходить к занятиям. Сразу после пробного занятия купила абонемент, занимаюсь уже 2 месяца. Очень довольна, хожу 2-3 раза в неделю на акробатику и эквилибристику. Научилась делать стойку на руках, мостик, колесо. Ну и сейчас стараюсь сделать ляг назад. Надеюсь, что в скором времени уже у меня получится это сделать. И приходите на занятия. Здесь очень здорово, очень внимательные тренера. И здесь очень интересно, и можно быстро достичь результата.